Ребята, всем привет! С вами я, Лиша Данцева, по моему каналу, и сегодня я снимаю новое крутое видео. А именно в сегодняшнем видео я вам расскажу и покажу, как я провожу свое воскресенье, а именно вечер воскресенья. Ну что, поехали! Сегодня я проснулась утром с мыслью то, что я хочу сделать тортик, как из Pinterest, попробовала сделать сама, поэтому сейчас, прямо сейчас я отправляюсь в магазин, чтобы купить все ингредиенты. Ну, вы идете со мной? В общем, мы сейчас в Леруа Мерлен, родители покупают то, что им нужно, а потом мы пойдем в Ленту, чтобы купить ингредиенты для тортика. Давай. Мы нашли сливочный творожный сыр для тортиков. Я пришла домой, сейчас покажу ингредиенты, которые нам понадобятся. Первый – это коржи, вторая – это сахарная пудра, третий – это красители, это, в принципе, не обязательно, но для красоты можно. Затем 400 грамм сливочно-творожного сыра, любую пасту или же нутеллу и обычное сливочное масло. Первым делом мы вываливаем сливочное масло в нашу емкость и смешиваем с половиной сахарной пудры. Затем это все нужно сбить и получить однородную массу. После чего мы должны добавить в нашу массу 400 грамм творожно-сливочного сыра. Затем также это все сбить и получить массу крема. Следующий пункт – это открыть коржи, и нужно их пропитать. Для пропитки я использую стакан воды и сахар. Смешиваю это все и пропитываю каждый корж нашей пропиткой. Ну а после пропитки мы начинаем смазывать каждый корж нашим кремом и чередовать это все с нутеллой. Когда мы сделали сам тортик, мы начинаем смешивать остатки крема в различные цвета. Я сделала фиолетовый, розовый и синий. Ну и затем занимаемся творчеством, красим так, как нам хочется. Я сделала вот такой красивый тортик с мазками, то есть фиолетовый торт и синий-розовые мазки. Я, конечно, очень старалась, но, по-моему, получилось прикольно. Ну как? В общем, ребята, я сделала тортик, он получился очень вкусный, так что берите рецепт на заметку и пробуйте. Ну а сейчас, так как завтра мне в школу, мне придется садиться за уроки, ну и вы со мной быстренько это сделаете. В общем, на завтра мне задана геометрия, нужно выписать и сделать номер, еще химию нужно, английский, географию и все. История Санкт-Петербурга просто повторение и вторая химия завтра. Я только что сделала геометрию, вот номер, который нам был задан, и я выписала теорию, которую нужно было выписать. Вот, поэтому закрываем, и сейчас я буду делать химию. А сейчас мне папа делает в комнату светодиодную ленту. Ура! Мне наконец-то сделали светодиодную ленту. Смотрите, теперь могу переключать любой цвет. Какой тут еще синий. Какой еще... Вот желтый есть. Много разных цветов, которыми я могу переключать пультиком. Ну, а теперь я продолжаю делать уроки, уже, правда, с красивой подсветкой, но уроки никто не отменял. Все, я сделала английский, поэтому английский тоже убираем, и мне осталось всего лишь выучить географию. Вот, это я буду делать чуть позже, а сейчас убираюсь и буду собирать портфель. Завтра я пойду вот в таком черном платье. Также сверху платья я буду одевать черную накидочку, поэтому тоже кладем ее на завтра.
В общем, ребята, на завтра я собралась, и сейчас уже 9 часов вечера, воскресенье, поэтому сейчас я включу телевизор и буду смотреть новые танцы на ТНТ. Они должны уже начаться. Вот, а пока я буду смотреть, уберусь в комнате, мне нужно убраться на туалетном столике и немножко на качелях. В общем, оказывается, я что-то напутала, и сегодня нету танцев новых, а Comedy Club, поэтому буду смотреть его и также убираться. В общем, ребята, я убралась, и сейчас я буду прорешивать ОГЭ, так как я вам уже рассказывала, что мне нужно сдавать в этом году, и сегодня воскресенье, поэтому я сажусь решать несколько вариантов всех ОГЭ, которые мне придется сдавать. Все, я прорешала варианты ОГЭ по биологии, вот, и сейчас я иду принимать ванну. В общем, ребята, я сходила в ванну, помылась, как же мне нравится моя подсветочка. Вот, и сейчас я побрызгаю волосы, и пока они будут сушиться, пойду пить чай и учить устные уроки. В общем, ребята, я выпила чай, повторила все уроки на завтра, и сейчас я буду ложиться спать, так как завтра рано вставать. Ну, а мне пора с вами прощаться, не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх, всех люблю, пока-пока!